по синему морю, по зеленой земле. Плыву я на своем корабле, плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер, плыву я к единственной маме на свете. Ребята, мы в Индии. Метро Дели – недорогой, быстрый и комфортабельный вид транспорта, позволяющий перемещаться между всеми, даже самыми отдаленными городскими районами. Опять метро для девушек. Если вы хотите поехать в общем вагоне, вы можете в общем поехать. А если вы стесняетесь мужчин, вы можете поехать отдельно. То же самое разделяют, как и в Эмиратах. А если я стесняюсь, вы женщины? Тебя выкинут оттуда, как маршрутку. Почему? Да, ночью орут. Уже выкидывали. Один раз. Метрополитен Дели занимает 8-е место по протяженности и 18-е по пассажиропотоку среди всех метрополитенов. Сеть состоит из 8 обычных линий и одной скоростной линии в аэропорт общей протяженностью 347 километров, на которых расположено 253 станции, в том числе 6 на линии Аэропорт-экспресс. А так вот выглядит вход дубайское метро. Что? Делийское, извините. Так вот выглядит вход Делийское метро. И смотрите, какие очереди за билетами. Это жесть. Придется час-полтора точно стоять. Да? А сейчас мы с вами попробуем купить билет в автомате. На метро. На метро. Запоминаем. Вот это наша станция, нажимаем. И ищем название этой станции. Смотрите, она вот она. Название ищем по карте. Вот она, нет, вот она есть. Нам не разрешили снять. Также можно купить и при входе метро. Обычная касса, как у всех. Просто подходишь, называешь свою станцию, самое главное знать название. Да. А это вы можете распечатать карту. Можно зайти в Google, нажать. И сделать достопримечательности по Индии, давай по Дели, по какие. И просто ориентироваться по метро, можно вот так вот ездить. Нам сейчас в трущобы Дели. Ну, немножко так. Станция Охла. Немножко сложновато, да? Но ты в Дубае разобрался, и в Индии сейчас разбираемся. Дамы и господа, леди и джентльмены. Купили. Пройти метро, купили в кассе билеты. Не билеты, такие вот жетоны. И жетоны прилаживаем, и проходим. Ну, а дальше на эскалаторе нужно определиться, в какую вам сторону. Поезда состоят из 4, 6 и 8 вагонов. Поезда метро осуществляют более 2700 поездок ежедневно. Метро работает с 5 утра до 23:30. На каждой станции есть такая вот карта с направлениями. Мы находимся. Эти вот линии, это получается направление следующей ветки. Так что так. С ней, в принципе, не сложно разобраться. Сейчас заходим в метро. Losing time, I'm fading fast.
fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic, we're not all. Так, ребята, еще в метро при переходе на линии, вот видите, желтые следы, это желтая линия, это вот фиолетовая. Фиолетовая. А? Раша. Раша. И вот, видите, мы идем по фиолетовым следам. И нужно идти именно по следам. Как это делает Катя. И смотрите, мы шли по линии, и за нами тоже все идут по линии. И вот вы видите, желтая расходится, и нам поворачиваем мы налево. Да, и еще метро, в самом метро. Над каждой дверью есть вот такая электронная карта. Движется пояс, и можно видеть, куда вам. Вот это цветные, а это получается линии метро для пересадки. Ну и вот дворец, где мы сейчас находимся, куда ехать. Nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe.